У Мамикона Кабеляна рабочий день начинается в 4 утра. По убеждению фермера, именно с первыми лучами солнца необходимо пройти по бахче и перевернуть созревающие арбузы под солнечный свет. На территории величиной в несколько гектаров уже поспели красные и желтые лакомства. 10 апреля он высадил в открытый грунт саженцы арбузов и к концу июня уже получил достойный урожай. Теперь Мамикон с уверенностью может назвать себя фермером. Продукция выращена собственными руками. С арбузным бизнесом занимаемся уже давно, лет 20. Может быть, даже больше. Просто вот подтолкнуло, чтобы сами начали выращивать. Вот это субсидирование, благодаря которой там сделали. Там. Мы теплицы построили, вот субсидию получили. Вот и начали потихоньку вот этим бизнесом заниматься. Сами выращивать уже. Так легче стало. Землю под сельхозугодья взяли в аренду в районе хутора «Рассвет». Родник из ближайших гор обеспечивает бахчу необходимой водой. Чтобы ее использовать, аграриям пришлось выкопать собственный водоем и закупить капельно-поливочное оборудование. А на поля, где расположена бахча, всегда попадает солнце. Эти благоприятные условия позволили вырастить ранний урожай без использования вредной химии. Накрываем пленкой, даже два слоя пленкой накрываем. Ну, она там внутри точно не замерзнет. Это все-таки не Магадан. Ну, потом раз посмотрели, что арбуз уже там растет, там по полметра плетни пошли, ему дышать надо. Мы уже дырки делаем, уже, естественно, и тепло становится. Делали там, и 10 мая уже у нас мы его раскрываем полностью. Вот эти дуги снимаем, и он сам по себе растет. Вот поэтому он попадается на месяц-полтора вперед. Кроме арбузов, у хозяйственников в теплицах дозревают помидоры. На многокилометровых грядках поднимают пушистые побеги белый и розовый салат. В теплицах и на полях работает все семейство. Фермер уверен, если государство и впредь будет поддерживать сельское хозяйство, то Кубань полностью сможет отказаться от импортных продуктов. Но для этого нужно обеспечить местных производителей рынком сбыта и доступными торговыми точками. Тогда жители и гости города-курорта Анапа смогут получить к столу качественные и недорогие продукты.